вниз головой там покатаешься. Нет. Ну покатайся немножко, только аккуратно. Привет, ребят. Сегодня у нас с вами такой вводный эфир. Деньги – это просто. Этот марафон, он не просто так создавался, да, он создавался в первую очередь, конечно же, по вашим просьбам. И могу сказать, вот как бы вы ни говорили, что хотите там выйти в автономию, депривировать сон, какие-то марафоны по выходу в сухие дни. Это, конечно, все классно, и даже я хочу сейчас запустить марафон PranaFit. Это где мы с вами будем тренироваться вне еды, вне жидкости. Как это делается, чтобы у вас были силы, чтобы у вас была энергия, чтобы у вас были максимальные результаты самого себя. Но, как ни странно, быстрее всего набирается народ, набираются люди на марафон «Деньги – это просто». И еще раз я убеждаюсь, и вы, ребят, убеждаетесь, что как ни крути, мы с вами живем в этой плотности, в материальной плотности, да? И просто так вот все выкинуть, все отбросить и сказать, что там я вот больше не хочу ходить на нелюбимую работу, я не хочу вот этим заниматься, я хочу заниматься только собой, своим телом и больше ничем. Мы не можем так сказать. У нас есть обязательства перед детьми, у кого-то перед внуками, у кого-то перед родителями. И это нормально. Мы с вами можем говорить, вот мне иногда пишут в комментариях там, и говорят, как вы можете вот это сказать, как вы можете вот так вот себя вести, как вы можете там еще что-то делать, там, ну, миллион всего, вы даже не представляете, что мне приписывают, но мы можем с вами говорить на философию философскую. Мы можем с вами говорить о чем-то высоком, что такое дух, что такое душа, как они связаны с телом, почему этот телесный проводник работает именно вот так. Но мы все равно после разговоров возвращаемся в нашу реальность, в нашу плотность, где каждый момент, каждый кусочек, он материальный. Каждый кусочек материальный. Всего. Материя всего в этом мире. И я уверена, что вы найдете себе великолепных спикеров, которые говорят о чем-то высоком. Вы их можете послушать, вы с ними можете поболтать, вы можете с ними соглашаться или не соглашаться. Я, наверное, все-таки на сегодняшний день вижу свою роль в общении с вами, наверное, как больше что-то такое доступное, что-то такое реальное, через что вы можете познать себя и как в этом материальном мире максимально красиво проживать то, что есть вокруг вас. И это не про то, что мы с вами будем наклеивать какие-то баннеры или там, как они, там, карта желаний, что-то там
визуализировать, ходить по автосалонам и выбирать машины, которые там вы захотите взять. Я не про это все говно. И я действительно это считаю все ерундой полнейшей. А что такое марафон желаний? Я с вами уже, ребят, говорила, да, что когда вы осознаетесь, когда вы приходите к себе, у вас пропадают желания. Пропадают желания не потому, что вы весь такой становитесь божественный, и эти желания уже для вас не актуальны. Нет, не про это. У вас пропадают желания, потому что нельзя желать того, что у тебя уже есть. И этот марафон как раз про то, чтобы осознаться, а что у тебя есть, кто ты есть, почему ты не можешь себе позволить в этой плотности жить так, как тебе будет комфортно. Если тебе комфортно ходить пешком, то значит для твоего комфорта нужна вот такая вот, к примеру, обувь. Вот такой вот район проживания. Вот такой вот климат. И это нормально. Это нормально сделать свой мир абсолютно комфортным. Если тебе комфортно передвигаться, например, на транспорте, то он у тебя тоже должен быть комфортным. Не такой, что лишь бы доехать. Нет. Мы научимся каждый кусочек своего мгновения проживать в удовольствии. Это и есть про материализацию желания. Называйте это как хотите. Но это ваша жизнь. И если вы считаете себя недостойным вашей жизни, как вы вообще можете так унизить, растоптать и наплевать как минимум на свой род, как минимум на то пространство, а пространство оно единое, разные плотности. Как вы можете так все обесценить, что даже не берете то, что сделано для вас. Насколько вы готовы принизить всю Вселенную, чтобы не взять то, что для вас приготовлено. Кто вы такой? Почему вы настолько не видите, кто вы есть, настолько вы себя потеряли, что вы даже не можете взять то, что сделано для вас? Как вы это себе представляете? Как вы умудряетесь до сих пор это делать? Почему вы такой обесценщик? Что вы считаете, ой, не-не, мне бы что-нибудь попроще. Я этого не достоин. Это для других. Я это не потяну. Почему вы обесцениваете так? А знаете, почему вы обесцениваете? Потому что вас нет. Вы же ориентируетесь на социальные нужды другого. Ведь заметьте, как вы говорите. Я хочу помогать тому-то. Я хочу помогать тому-то. Я хочу помогать тому-то. Вы обесценщик, кому вы можете помочь? Вы себе не можете помочь. Вы не можете взять все, что есть для вашего комфортного существования. Вы не можете взять все прелести, которые есть в этом мире. Они тухнут, они гниют. Это то же самое, что вы не можете передать свои знания, свои умения, свою любовь, которая в вас протухает. Что вы можете дать другому? Когда вы говорите, вот я хочу в это состояние, чтобы помогать. А кто тебе мешает сейчас помочь? Что-то сделать элементарное. Убрать мусор, пойти с пакетом. Помочь какому-нибудь животному, покрасить подъезд или помыть его. Что тебе мешает сделать, начать делать сейчас, обнулять себя сейчас,
чтобы взять еще больше. Ты никогда не нальешь в полный стакан, не нальешь воды. Она будет вытекать. И вся вот эта муть, которая была внизу, снизу стакана, она там так и останется. Почему мы не можем обнулиться, чтобы взять еще больше, еще чище, еще свежее? Только через энергообмен. И да, для многих сейчас то, что я говорю, это кажется, ну как бы, что она говорит, вообще непонятно. Про что? Я вот все отдаю. Я вот даю, но у меня вот нет. Вот я на 28 работах работаю и не могу там что-нибудь позволить себе, кому-то еще, неважно что. Ребят, это не от работы зависит, сколько вы работаете, это зависит от того, что у вас внутри. Именно это я и буду вскрывать, почему это происходит. И это я буду вскрывать не потому, что вот я так решила, а потому что на сегодняшний день есть клевые результаты ребят, да, они действительно клевые результаты ребят, которые прошли этот путь, которые поменяли свою жизнь кардинально и в легкости. И когда они ее меняли, не когда уже поменяли, когда они ее меняли, они восхищались, насколько все в этом мире дается с благостью и в удовольствие. Просто потому, что ты понял, что тебе нужно. Что тебе нужно. И этот марафон, он как раз будет именно для того, чтобы вы поняли, что вам нужно. И как только вы понимаете, что вам нужно, вам не нужно загадывать желание и ждать это 33 года. Вот вам нужно сейчас вот это, раз и все. У меня сегодня была ситуация такая, вот я решила сделать там, ну, что-то решила сделать. Не буду углубляться. Я написала знакомой, она мне дала контакт. Через пару часов я говорю, все, говорю, я туда сходила, и мы там расписали там то-то, то-то, то-то. И она говорит, нифига себе, вот скорость материализации желания. А здесь же не про скорость материализации желания. Здесь же про то, что я почувствовала, что мне нужно сейчас. И это случилось в течение очень-очень короткого времени. Не потому, что я какой-то маг и волшебник для самой себя, а потому что я знаю, что для меня нужно. От чего мне будет хорошо? А если мне будет хорошо, знаете, как вам будет хорошо? Это же я могу дальше в мир нести себя еще больше. Я же могу расширяться тогда. Если я сейчас могла дать вот столько, то с каждым разом я буду давать все больше и больше. Чем больше я буду давать, тем больше я пойду на расширение. Мое расширение, оно не только в этой плотности, и это клево. И вас я туда же веду. И если это хотите, если вам так будет удобнее говорить, что это вот желание материализуется сразу же, деньги материализуются сразу же, думайте, что хотите. Не надо мне верить, просто пробуйте. Просто я буду говорить определенные вещи, которые вы будете применять сразу же на себе, где вы будете задавать вопросы, где я буду отвечать на эти вопросы, на любые вопросы. Ребят, вы знаете прекрасно, что я могу ответить на любые вопросы, потому что ответы не в моей голове, все ответы есть в пространстве. И если у вас возникает вопрос, значит, в вас есть ответ, который вы не готовы сами себе озвучить. И это будет просто через меня. Какая разница, через кого? Поэтому, ребят, присоединяйтесь на марафон, если кому-то это интересно. Мы его специально сделали по минимальной цене, по абсолютно минимальной, просто чтобы максимальное количество человек это смогло прослушать, смогло применить для себя.
И чем большее количество людей сможет это применить в практике, которая будет рабочая, тем больше с этими людьми я могу встречаться. Мы можем общаться. Мы можем создавать что-то новое. И это клево. И, конечно же, если кто-то хочет прям максимально-максимальных проработок, то, ребят, жду вас, конечно же, на ретрите, который будет в Сочи с 17 по 21 июня. А кто не готов в июне, то в августе на Алтае. Приезжайте, там будет прям распаковка другого плана, другого характера. Ну и, конечно же, у нас сейчас будет 12 числа, это послезавтра уже, абсолютно безоплатная встреча в Сочи на Новодинской. Приходите все, кто хочет лично пообщаться с 5 до 8 вечера. Всех, конечно же, жду. Ну и Крым. Крым мы собираемся в июле. Чуть попозже дам, кто там будет вместе со мной. Вот. И, конечно же, Крым давно-давно планировали, и все-таки в июле мы будем у вас. Если есть вопросы, ребят, задавайте. Я знаю, что на Ютубе задержка немножко идет, эфир. Задавайте свои вопросы. Если есть вопросы, я поотвечаю. Если нет вопросов, то тогда завтра. Завтра у нас тоже будет коротенький эфир в такое же время. Вопросов вроде бы нет. Если нет вопросов, то я с вами прощаюсь. И до новых встреч, если кто не может присутствовать на личных встречах. Ну, а если кто-то готов, приезжайте в Сочи на встречи, на ретриты. Я буду очень-очень рада. Всех обняла. Всем пока.